Жилье должно быть жильем, а не гостиницей или магазином. В муниципалитете демонстрируют принципиальную позицию. Работают специальные мониторинговые группы. Улов за неделю, 2 мини-отеля и несколько торговых точек на землях, предназначенных под индивидуальное жилое строительство. Нарушителей ждет штраф, пропорциональный кадастровой стоимости объекта. Речь о десятках тысяч рублей. Еще 7 собственников уведомили о предстоящем визите. Кроме того, демонтированы или подлежат демонтажу 19 незаконных рекламных конструкций. Юрий Поляков обратился к дорожным инспекторам. Нужно зачистить обочины от посредников, предлагающих жилье. Сидят там на этих пластмассовых стульях, лампочка горит, курят там. Зачем они нам нужны там, я не могу понять. Вообще они там не нужны никогда просто. Потом эту будку свою там впер куда-то в лес, там в кучери спрятал ее. Да пусть вывозят, там ничего не должно быть. Возьмитесь и жестко, пожалуйста. Ну, подготовили материалы, то, что мы... Да, ну, пожалуйста, ну, что ж, время идет уже сентябрь. Будет два материала. Хорошо. Также глава курорта поручил городским службам в кратчайшие сроки завершить ликвидацию последствий стихии. За минувшие выходные в муниципалитете выпала двухмесячная норма осадков. Природа взяла то, что упустила летом. Ветер достигал 20 метров в секунду. Юрий Поляков обратил внимание энергетиков, что без света остались более 10 тысяч человек. Одним из таких слабых мест стала частная электросеть в станице Благовещенской, идущая вдоль моря. От нее запитаны пансионаты. Там новая глава Ирина Борисовна. Вот вы, пожалуйста, с Максимом Сергеевичем встретитесь, он даст или своего представителя, сам приедет. Приедьте там, соберите у себя в кабинете их собственников. Один раз решите этот вопрос. Если нет, тогда сообщите всем, что вот два собственника, которые не хотят ни платить, ни следить за своей линией. Они купили эту линию, их не очевидно, но пусть они за ней тогда и смотрят, за этой линией. А получается там вдоль берега всего, на базах нет света. Вопросы, связанные с инфраструктурой в муниципалитете, стоят достаточно остро. Прежде всего, из-за интенсивного развития. Со своей стороны, администрация формирует задел по земельным участкам под социальные объекты. Это одно из поручений Юрия Полякова. Так, в станице Анапской уже сформирован и поставлен на кадастровый учет один участок, где можно разместить школу или детский сад. Те, что уже работают, планируется расширять. Также в сельском округе появится поликлиника на 110 посещений, больница на 160 мест. Это перспектива на ближайшие 10-15 лет. В одиночку большинство таких проектов муниципалитету не потянуть. Все будет зависеть от краевого и федерального финансирования. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Роман Беркалиев. Анапа регион.